на случай сказал. Я не поведусь на это. А спасибо, спасибо. Засиньте меня во второй. Сам по себе такой Артём. Плохой опыт тоже опыт. Токсик. Будет? Не, ты не видишь. Так, это я не понял. Что, и влево кого-то, либо Войда, либо Леонардо. Пусть Леонардо туда идет. Не хочу вчетвером. Загашусь, вот все время меня не хотят вместе с Данилом. Почему-то всегда я против него играю. Ген, ты куда полез? А, что? Куда там? Куда? Бля, что происходит? Я вообще не понимаю, куда. Соедини Леонардо и Лавлет. О. Иди туда, ебать, на островке заныкать. Иди в центр, пакость. А, я знаю как. Что за хахоньки да хахоньки? Нормально расстановку сделаете? Сделайте. Войд, вниз, слева. Не, знаете как? Синий, смотрите. Уйди оттуда, уйди, 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 синий. Уйди. О, ухо. Фак. Нормальная тема. Да не хер. Я оранжевого туда закиньте на центр. Давай, оранжевый в центр. А вы оранжевый. Поддерживаете, ну да, нормально будет. Давай, Артём, поменяемся, чтобы я с тем островом торговал. Ну хз, когда мы играли против пределов, я был там справа, и мы тогда затащили. Ты был не за кофе. Чё, какая тактика? Нет, я не против, я не против. Чё, какая тактика? Сейчас вот этим двум... Вот этим двум сразу пизды даём, да? Да, можешь попробовать. Согласен. Вот, из Алина, по красавцу. Причём это распространяется вообще на всех, по-моему. Войд. Который... А, у него и там не квоет. Да. Слушай, это удобно. Удобно. Охуенно. Заметил, у меня тоже так же. Будем играть в следующий раз. И у Ларкаса так же. Короче, командуйте. Говори мне, что строить, как через чё развиваться. Короче, Войд, у тебя там, если ты, конечно, не будешь как лох отдавать воздушным войскам шахтеров, у тебя там прекрасное пространство. И построй как можно раньше калькулятор. Он нам будет нужен всем. И все войска сразу в центр, а города выкупать. Да, города выкупай. Сейчас сразу же пизды кому-нибудь дадим. Тут, конечно, надо с какого-то момента сразу двоим пизды давать, чтобы они растерялись. Если они все стянутся в одну точку, тяжело будет. Там, блядь, у них будет два промышленных, две этих звезды. Я не помню, как за Линаш играть. Научите. Хорош. Строишь даху. Колосс за Винчи пошел. Я не знаю, что он за Винчи умеет. Если, короче, он играет так же хорошо, как и за Алинов, то, возможно, он поставит Ленору. Очередная карта с большим количеством объектов. О. Ух ты, какие здесь шахты. Шах. Вот бы они меня не трогали, а. Я за квотлов-то медленно разве. Надо просто чекать, кто там в центре. Да, разведывать. Надо супер раннего героя. Прям ух. А, я вспомнил, что мы делали. Я тогда, когда был справа за Котлов, вы мне постоянно Тимони подкидывали, я там все выкупал. А. Потому что как бы вам-то приходится торговать, чтобы дешевле стало. Мне достаточно талант качать. Ну, то есть у меня быстрее получалось удешевить там все. Я там просто все выкупил. Так, синий это кто? Алексей. Я предлагаю Алексея сразу же слышать. Да, он заходит. Он тем более квотл, наверное, недолго развивается. Я тогда с твоей стороны же буду сразу героя ставить. Да, я посередине поставлю, мало ли там на меня полезут.
хотя бы эту казарму подальше отодвинуть, то и достанется. Что-то эти курицы сушили-то это, хотя... Реликвии везде. Куда телескоп направить? На мосты. На фиолетовый? Прямо через свой мост, на мост на хотят... Где его поставил? Да, тебе надо было чуть-чуть посимметрично поставить. Нормально, я понял. Через центр на мост, короче, фиолетовый. Я не то строю, ну. Да. Все, мы проиграли, блядь, я на тут руину начал строить. Пиздец. А, это ты, бля? Я уже думал, ко мне кто-то пришел, но нихера тут желтый что делал. Или срался, нихера они. Новую тактику изобрели. Там за районом, ту-ду-ду. Ну что, захватывает город. Ой. О, да гол, нападем тогда. Пошли. Только, блин, не на башню бы, а как-то слева. Он там как раз строит. Вон слева. Желтый, иди к нам. У него сейчас пойдут всякие пределы ресурсные. Оранжевый что-то немножко мешает. Хуел что-то. По мне, он городом фокусит, мне неприятно, там, бирюзовый. Это ты скастовал бирюзовый? В смысле, желтый? Это желтый. Красава. Ну, то ли класс. Чё, давай отойдём. Давай чё-то как уйдём. Он сейчас останавливает, точнее. Мы если его снесём сейчас, вот этот город, то всё. А как мы снесём? А что, тут оранжевый подошёл, оранжевый. И красный, блядь. Вот, я про тоже. Да чё-то не заметил просто. Ваш красный. Да нет, тут надо просто прийти. Мы чуть-чуть Алексея напрягли, у него там всякие ресурсные пределы подъехали. Ему очень неприятно было. Он оскорбился. Он нас как бы теперь очень недолюбливает. Больше не будет писать мне в личку. Оранжевый на центре. Втроем за хуяром сейчас. Давай. Треск. Я же сказал. Он очень огорчен. Мочи героя там. Жаком. Да. Блять, какого хуя они у него все второго уровня? Или это первый? У меня что-то не написано такого уровня. Ну там по хп, понятно. Что, убил или не убил? Добей героя. Блять, не получится. Похуй. Ковчег надо ёбнуть. О да, мочим ковчег. Ебать, кипишня, блядь. Я сейчас героем бьёт. Ковчег упал. Я думаю, разумно немножко... Отступить? Ну, в смысле... Хотя...
назад оттянуться. Ну да, имеется в виду. А желтый следи за этим. Кстати, у тебя там торгуешь с этими городами новыми? Да я, блядь, только выкупил город сейчас стоит. Оранжевый. Бей героя. Да, я вижу. Но он ему подходит. Так, все, тут еще красный. Красный. Богатырь. Скоро калькулятор. Давай раньше. Фиолетовый идет на меня. Вижу. Давайте к центру ближе. Улучшается калькулятор. Теперь лагать не будет. В фокусе этого сила. Тот идет топчет. Подожди, я ковчег. А, да. Я думал, ты про фиолет. А. Нет. У меня сейчас ковчег заберут. А, там кто-то этих. Бомберменов. Сейчас тоже выучу бомберменов. Ой-ой-ой, Джеко, блядь. Ты че? Я отступлю чутка. Ниту. Ковчег, блядь. Баса. Там много ковчегов этого. Кого? Фиолетово? Фиолетово, да. Нет, что-то первого, толпа. Тяжело их очень прессовать. Так, блядь. Надо, короче, как-то кемпериться и выкупать города побыстрее. Надо через это. У них макры тоже дерьмовые. Надо быстрее апгрейдить войско там. Пошли прессовать, а то они, блядь, нападут, не пизда. У меня сейчас оранжевый херачит город. Окей, погнали на него. Мне кажется, он тогда отступит. А нам надо рядом с этим городом сражаться, потому что там три военных района. Стой, на центре, на центре, на центре. Это, желтый, у тебя тут герой стоит без дела. Иду. Как на ЛСКД? Че, давай красного зерганем? Да-да. Героев свистать в одну точку, если возможно, под хилю потом. У меня герой умер очень. Два за ста. Сейчас бомбермен. Я... Красного ебашу. Джеком? Да-да-да. Бомбермены сейчас пойдут, синего заебашу. Сейчас подписываю. Блядь, не фиолетовый хуярит. А с кем дерется этот нейтральный город? А хуй знает. С желтым, да? А или с синим, блядь, хуй просышь.
Ну, кто-то тыкнул случайно, судя по всему. Так, Алексей там, наверное. У тебя где герой? Офигеть, он военный район своего города мочит мой город. Вот ёб. Пошли, Ларка, запланировать. 15 секунд, этот... Желтый, 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 у тебя ведь крепость есть? Промышленная, да-да-да, вон она стоит. Возьми пушки и вот на этот город мочи. Сейчас. Пошли, фиолетовому надо помогать. 5 секунд, капец, промышленная будет. Пыла. Сейчас в пехоту дам. Раз, раз. 3 секунды, фиолетового сейчас дам. Ребят, сколько Тимония герой сейчас нам хотел. Он фиолетового дал. Давай, гаси его там, чей. Гаси, гаси, гаси. Да подожди, я крепость сломаю. Все. Подхилка есть у Джака, моя идет Джаггернаут, сейчас подобьют. Короче, два Джака. Помоги крепость доломать. Дальше? Да. Проверь, проверь. На пехоту, на джаггернаута, джаггернаута на пехоту. Бля, просрал все. Сука. Просрали момент, блядь. Синий пришел. Я сейчас попрусь на правый фланг. Помоги героям, желтый. Желтый, пушку не отдай, пушку не отдай, просто по городу бей, да, красава. Ох, ебать. Куда желтого вести, героя? Да вон город у меня забирает. Ну, там тебя сейчас пушку убьет, отводи, отводи, бля, все, уже поздно. Меня город забрали. Бля, хуёво. Отводи желтого героя. Стан 20 секунд. Почему меня топили? Сам топили. Круто, он не может столицу построить. И а, блядь, станом. У меня красный попёр. Чё у тебя у Дарка есть? А, ну, у него маны нет. Сейчас стан дам. Даю. Хороший. Хуяри, хуяри, хуяри. Хуяри. И хилка есть, сейчас тебя подхилим и себя. Лучше пехоту, чем герой. Ёбнули героя. Все, завоевывается. Пехота вообще нихуя нет, не дает. Сейчас паучком потопчу, смотри. Это какая-то... Жёлтый, я тут сейчас умру, тут Джаггер с пушкой. Джаггером лучше топчи, бля, поздно. Куда ты их так завёл-то? Они... Я нахуй не слежу с ними. Тут помогал. Только надо что-то города опять. У тебя два этих шагателя, три даже стоят. Тридцать секунд подрывники. Я говорю, шкатлю пустая. Так где шагать?
Ой, нишка сидите, блядь. Ну, механически. Топчи джаггером, пожалуйста, топчи джаггером. Сейчас, сейчас. У тебя не первый уровень, что ли? Да пиздец. Попробуй потоптать красного, что давай. Да-да-да, топчи там. Сучий глаз, давай. Бежит, смотри. Сейчас мы будем сушку помогать. Блять, он герой, а не, блять, военный предел, сука. Желтый герой, героев, да? Подрывники есть, надо? Да, ебаш. Капец, там это, у Алексея уже второй дворцовый. А мне все никак ресурсов не хватало, все на войско выбивал. Хилка 15 секунд. Окей. Бля, сюда бы ковчег. Сейчас, погоди. Стан 5 секунд. Ульта будет, короче, скоро очень чит. Город так сделается вообще. Шо? Ты бы лучше этого сделал, наверное. Гоже? Тоже? Ну, я тоже надо. Хочу, блядь. Попробуй. Забирай ковчег, забирай ковчег. Попробуй Гоже. Ну могу, в принципе, вкачать за косарь эту хуйню, там надо уже накопиться, если проживем. Не-не, пока не надо. Хуяр уже это тут. Короче, сейчас пока денег нет, тимония мало. 300 тимония можно, если... Да мне у самого по нулям, блядь. Так даже... Да нихуя не живем, блядь. Даю стан. Да. Так, нет, блядь. Твой герой. Мочек, шаг. Твой раз. Даю вихрь. Вкусно, мне кажется, учить надо за косарь, не? Давай, 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 если есть, то давай. Учу. Учу щит, скоро будет. Потом надо войска свести, сейчас, короче, есть промышленное, промышленное даю. У меня войск вообще нет, блядь. Если есть, надо что-то задефить, в точку свести, вот пока стандалом. Сейчас она спавнит пехоту. Так, у меня тут немножко проносят. Она меня проносит. Ох, охуярь, если есть. Хуярь, хуярь, хуярь. Есть? Качественно, качественно. Промышленно есть? Чуть-чуть еще выучится, сейчас. Прям чуть-чуть, сейчас выучится. Я просто уже город сошли, блядь. Все, давай, ебашь. Да, пошли.
Пошли потопчем хотя бы героями чё. Сейчас еще хасту дам. Через то Тимония дожи построю. Бегите, суки, блядь. Хилка есть, кого подхилить. Блять, ну героя может быть. Все. Кончится скоро 10 секунд. Строю дожи. На столице, например, 20 передел будет. Как варик Левиафана, если 300 голды? Там голды. Для этого войск очень большое. Да у меня в самом, блядь, почти 1000 голды уже просто, блядь. Ай, проёб нахуй. А хочешь сделать, блядь, конечно, 4 тела играю. Не, просто карта маленькая. Тут замес начинается в самом начале. Вообще невыгодно. Стране с меньшим количеством игроков. Надо попроще, ну как. Блять, ну кратер он самый такой нормальный, блять, в этом плане. Потому что там и дистанции большие есть, что там. Может... Короче, 50 голды там. И будет Левиафан. А, нет, это что, сука, это только изучить его. Говно ебало. Нет, я могу 1000 дать, 1100, 1200 очков. Так он еще строится, дохуя будет изучаться и строится. Да слушайте. Ну хуйня, блядь. Все хуйня, блядь. Вообще хуйня. Бля, красный еще выполнил. Блядь, у них там избыток ресурсов. Че, кондитерская пушка начинаешь? Давайте возле крепости ныкаться, что ли. Да у них у самих сейчас ульты будут, все такие. Короче, 700 голды будет ульта дожа. 600. Не лучше. Наебать. Кучу. Он идет к крепости, нет, у меня дожа. Вот он... Как так у тебя там шахты ни разу? Да пиздец. Тут Зик убил. Защищайте крепость, ебать, сходите сюда все. Там есть. Сука. Давай, ебать, блядь. Блин, стань, короче, блядь. Вот ну, так и сейчас. Ресурсы на героя. Что за херня? Да у меня тоже до хера ресурсы, блядь. Тратить страшно. Короче, ульта качается, тоже нельзя проебать. Секунду, я не сделаю, как первый ранг, как это говнище, блин. Текаем вниз к шахте, нахуй. Вот тут у меня казарма есть, типа. Чутка еще дружится. Давай их соберем в одну точку, да и вонем ульту. Казарма упала. Гасимся. Да, они сейчас скапливаются. Пизда. Пускай скапливаются, короче. Так на мосту идем. Пойдем, или вот сейчас, ебнем, вот сейчас. Блять, да не выучил. Да не, нормально. Вот, давай нахуй. Сейчас. Да смотри, какая там толпа, куда ты идешь. Ебашу. Да. Сука, блядь. Ебать. Сейчас подожди, за два косаря выучили. Не негде покупать подход. Сам все разбавили. Не хуй знаю, я уеду. Тимон ничего. Ебать его в рот, ты плевел падаешь на просто. Короче, на мост, блядь. Короче, я знаю, как надо делать. Сейчас Левиафана построю, вдруг выживет. Забить на ранний раш, он не работает против игроков. Как можно быстрее построить город. Построить пушки и просто, блядь, с обеих сторон ебать их этими пушками, чтобы они, блядь, там... За Алинов сложно пушки строить. Ну, не за Алинов. А чем по стоимости так же получается? И там, блядь, нужно эту цитадель строить. Ну, в сумме по стоимости так же. По стоимости так же, блядь.
куста. Ну, примерно. Там с Тимонем дефицит. Ну, тогда надо не этих, не Алинов убрать, а Винчи. Просто каждый, если ставит по две пушки, раньше них, главное, раньше них это сделать. Давайте еще раз попробуем на этой же карте. Пушь на этой же, явно. А, я-то вышел. Ой, я могу джойн уже. А нет, пиздец. Не, удержаться нормально. Нет, вот трагедия. Оказывается, ВК Артём Листов вышел из беседы. Душа компании. Так, сейчас мы посмотрим. Просто. Это ты сосал, блядь, как лохан. Мы выходим, да? Как тебе не подошли. А это хуйня, короче, я учу за два косаря, блядь. Сейчас, погоди, аэродром построю и съебусь отсюда. Блядь, не строится нихуя. Я доливаю уже, чё за... Доливаю, короче.